Метельчатая полярный медведь. Я осенью обрезала только верхушки. Тяжелые были такие шапки, чтоб не поломала. Сейчас буду сантиметров 20 обрезать. Так осталось. На одну бочку оставила. Где две? Ну, вот так вот. 29 марта 22 года. Гортензия. Я на осенью не обрезаю, обрезаю весной. Получается, вот оставила сантиметров 20. Если присмотреться, вот даже, видите, уже были почки. Но все равно отрезала, обрезала, чтобы сантиметров 20. Я люблю пышненький кустик. Этой гортензии у меня будет третий год.